это реклама автомобиля в интернете-газетах, то есть размещаем объявления на 12 сайтах в печатном издании. Вот, за счет такой массивной рекламы обеспечиваем звонки, входящие, да, потенциальных клиентов, просмотры в интернете. А в среднем автомобиль за полторы-две недели уходит. Если цену своим понижить, ориентировочный поставим, то уйдет нам намного быстрее. Мы с вами сейчас вопросы вешаем, они растянутся, я там высохну. Ладно, все, закрыл вопрос. Давайте следующий пункт. Следующий шестерок будет. Кузов сними этого вообще. Ну что, комиссия платит. Вадим, успокойся. Ты не спокойно. Я спокойно. Вот, снимаете. Вот и что, 26-я можно, да? Следующий пункт. Значит, 7 клиентов. Тихо. Удобное, соответственно, для вас время. Чай, который он приводит, если он вас устраивает, там, что мы с ним работаем, он нам оплачивает 100% комиссии, общая сумма, которая составляет ежемесячная абонентская плата, вот, стандартно агент забирает вознаграждение себе, да, для того, чтобы работали с нами, для того, чтобы в дальнейшем обращались к нам, советовали нашу компанию друзьям, да, мы отдаем.